таким образом. Так, под... можно чуть-чуть вот так. А вот это, что касается подбородка, здесь мне не нужно ничего? А что касается подбородка, смотрите, Елена нам говорит, да, вот ваша, ваш залом, да, подбородочная вот эта складка. Вот это. А, ну да, подбородочная. Вот, угу. Вот это, угу. Да? Но здесь, если мы посмотрим, да, и в профиле, и в анфас, угу. Мы видим индивидуальные особенности, как всегда у нас, да, здесь строение и челюсти, и нижние трети, но здесь в первую очередь, что у нас напрашивается? Введение ботулотоксина в подбородочную мышцу. У нас решит часть проблемы, то есть распрямляет вот эту складку. Если мы даже введем контурную пластику, да, вот той же микрокапельной точка за точкой техника, как мы с вами проходили, то, в принципе, ну, на пару месяцев решит эту проблему. Но потом гипертонус мышц возьмет все равно свое. И здесь просто элементарно два прокола, и нет проблем. Ботулотоксин. Вам тоже на лобик надо, на глазки, кстати, тоже можно было. Вы одномоментно, когда будете делать, вот сюда, в эту область, и распрямляется вот так вот. Прям морщинка это уходит и убирается. Ботулотоксин препарата. Да, ботокс, диспорт, любой препарат, который будут вам делать. Все это расправляет. Я вам тоже себя расправила, но еще не до конца. Складочку прям замечательно. У меня еще не совсем он взялся. Я не пять только прошла. Красота.